Нет босса, и нам нужно будет его уничтожить. Ждем босса. А, вот и босс, ребята. Вот и босс. Все, мы его прямо вообще махом уничтожили. А, колечко какое-то заработали. Ну, в принципе... Дуда плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей. Продолжаем играть в игру Grow Castle. Что ж, давайте отправимся в бой. У нас идут вот эти вот мощные чуваки. Так, я не знаю. А, это у меня получается сейчас катка идет ради денег. Да. А у нас уже 282 тысячи. Ну, это не сильно много, в принципе. Так, давай улучшим. Так, давайте добавим вот этих всех чуваков. Кто у меня здесь вообще работает? Птички мои полетели. Значит, монстр у меня работает. Девчулька у меня огнем их уничтожает. Все, в принципе, неплохо, хорошо. Но я смотрю, очень много у меня... Очень-очень много у меня противников. Посмотрим, смогу ли я одолеть их или нет. Ой-ой-ой-ой, давай еще одного монстрика моего вызовем. И ребятушки мои работают. О, подожди. Алмазик я нашел. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, как долго. Как долго мы воюем-то. Сейчас еще, по идее, будет какой-нибудь босс. Стопудово. Сейчас посмотрим, будет босс или нет. Выбежит какой-нибудь босяра. А, подожди, а что такая скорость маленькая? А я думаю, ё-моё, что так долго-то? А у меня скорость маленькая. Все, победа. Ага. Так, смотри, в этом месте мы можем поставить... А, нет, подожди. У меня же здесь стоит золотишко. А в этом месте мы можем что-нибудь поставить. Давайте посмотрим. Так. Давай вот эту штуку поставим. Ага. Нет, не можем. Может, дерево? Дерево тогда поставим. Вот, давай купим. А, что? Подожди. Мне не хватает чего-то, а чего непонятно что. Денег, поди, не хватает. Ладненько, сделаем так. Так, а давай вернемся мне... сюда вернемся, посмотрим, что здесь у нас работяги работают. Можем ли мы добавить еще друзей наших? Нет. Все друзья у нас работают. А, вот мы можем им сделать, улучшить... чтобы они быстрее работали. О, быстренько работают. Хорошо. Отправляемся в бой. Так, все, на второй скорости, нормально. Ой-ой-ой, смотри, как они быстро стали. Так, птички, где у нас? Вот у нас птички-чирикалки. Давайте, работайте. Ох, нифига себе. Ну, пока все нормально. У меня силы хватает. Угу. Уничтожаем их. Так, птички, давайте. И давайте стрелков побольше. Так, итого мы заработали с вами 250 тысяч. Уже достаточно весьма неплохо. Ну, как неплохо, все равно это мало. Мало. Так, что у нас тут с деревом? Непонятно, с деньгами. Так, мы это, значит, все открываем. А, это нет, подожди, не надо. Это у нас что-то, видимо, с интернетом связано. Идет процесс. Процесс будет долгим, так что мы остановим на паузу, наверное, сейчас. Отправляемся в бой, ребята. Давайте отправимся в бой. Подзаработаем еще немножко монеток. Подзаработаем еще немножко денежек. Так, давайте сразу ангелы мои сверху. Вот они полетели. Лучница стреляет у меня двойным оружием. Стрелами улучшенными. Так, этот чувак мне деньги привез. Надо будет еще сходить будет на карту, посмотреть, что у нас, чего там. Так, давненько я не играл в эту игру. Все подзабыл, что у нас здесь. О, уровень повышен. Уровень повышен. Какой уровень, там непонятно. А, у нас, смотри... О! Тихо. Подожди, у нас босс пришел. Ёлки-палки, давайте. Быстренько сейчас кого-нибудь вызовем. Вот, босс умирает. Yes! Погиб этот босс. Так, сердце. А, что улучшим? Давайте улучшим монеты. Да, поднимем. Больше монет будем зарабатывать, это хорошо. Так, в принципе, все. Здесь больше ничего не можем делать. Что ж, отправляемся, давайте в бой опять. Давайте. А потом я хочу сразиться, скорее всего, с драконом. Да, попробую. Получится у меня с драконом сразиться или нет? Так, вот у нас ребятки идут воевать. Давайте мы их прокачаем наших героев обязательно в следующий раз. Ну, в принципе, неплохо, да? Вот эти вот черти, вот эти вот каменные, они прям вообще молодцы. Так, давайте воина. Ага, а монет у нас уже 375 тысяч. Хорошо.
Все, победили. Давайте посмотрим. Так, значит, бой у нас. Кто у нас самый мощный? Ага, надо вот этих, может быть, чуваков прокачать. Давайте их прокачаем, попробуем. О, да, давай улучшим. Так, все, кончились деньги. Поехали. И посмотрим, как они мне нормально прокачались или нет. О, смотри, какие. Какие мощные у меня ребятушки. Давайте, давайте, давайте. О, птички. Так, ну мы ничего, мы их уничтожим сейчас. Ой, хорошо, молодец. Давайте, ребятушки, уничтожайте всех врагов. Мы должны выиграть, мы должны... Ой, подожди. Так, у нас, в принципе, максимально 60 алмазов. Надо будет их потратить. Вообще, надо будет, знаешь, что самое интересное, прокачивать именно вот лучников вот этих вот, моих стражей. Вот, давайте их прокачаем. А как мне прокачать? А, вот, прокачать лучников. Давайте прокачаем сначала... А, нет, знаешь, да, лучников немножко прокачаем. Вот, хорошо. И потом надо будет нам прокачивать все-таки нашу башню. Да, да, да. Прокачаем обязательно башню. Ох, 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 смотри. Так, где у нас ангелы? Давайте, сражайтесь. Так, лучницы, быстренько, срочно. Хорошо. А весьма неплохо мы идем. Так, опять у нас... А, деньги, смотри, я деньги получил. Хорошо. Вот так вот. А надо будет нам потом выйти, наверное, на карту. На карту сходить. И завоевать какое-нибудь еще княжество. Так, а ну-ка, вот карта у нас, да? Вот. Сейчас попробуем что-нибудь завоевать. Какое-нибудь княжество. Где у нас здесь? Поселений нет никаких. Ну вот, 280. Осилим мы 280 или нет? Сейчас посмотрим. Я надеюсь, осилим. 280 это немного. Надо было мне другую команду, слушай, взять. Да, да, да. Мы не той командой воюем. Ну ничего, посмотрим. Справится вот эта команда или нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, что творится-то, а? Нет, здоровье, смотри. Нет, команда эта у меня слабая. Да. Они меня сейчас зафигачат все-таки. Да-да-да-да-да-да-да. О! Так, смотрим. Справимся мы или нет? Скорее всего, навряд ли. Да, не справимся мы. Сколько у нас там? А, у нас жизни вообще очень мало. Не-не-не, 280 там мы не одолеем, к сожалению. Нифига, нифига. Все, умерли. Так я и думал. А, давайте поменяем. А, так, это у нас первая, да? Вот, вторая есть. Третьей нету, четвертой нету. Так, ну давай второй. Второй попробуем. Вот это, 280. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не знаю. Справимся мы или нет. Но так-то, в принципе, неплохо. Вот это месиво. Ёлки-палки, не знаю, ребята. Я потихонечку буду давать новых бойцов, чтобы не сразу. Вот так вот, по чуть-чуть. Ну, в принципе, потихонечку мы осаждаем. Я бы так сказал, даже неплохо, неплохо. Да-да-да-да-да-да-да, смотри. Вот, нам нужно постараться уничтожить. Уничтожить замок. Ой, сколько этих идет крестьян-то, ёлки-палки. Очень много крестьян выходит. Ой, куча просто, просто куча. Офигеть. Все, а уничтожили нас. Да, 280 нам не потянуть. А что-то меньше есть, чем 280? Ох-ох-ох-ох-ох, нету. Представляешь? Так, это мы забрали. А, вот есть 250. 220 есть. А, 110. Давай 110, нифига себе. 280 я захотел. 280 это слишком много. А вот 250 даже, может быть, завоюем, не знаю. Сейчас посмотрим. Но вот эти, кажется, как бы не сильно они такие сложные. Но здесь, скорее всего, еще босс выйдет. Да-да-да, здесь, скорее всего, выйдет босс. И нам нужно будет его уничтожить.
Ждем босса. А, вот и босс, ребята. Вот и босс. Все, мы его прямо вообще махом уничтожили. А, колечко какое-то заработали. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо колечко. Так, давай... Что у нас? 180 было? Да, вот 220. 220, я думаю, мы тоже нормально завоюем 220. А может быть и нет. Слушай. Ну, 280 мы не смогли. А 220, возможно, и сможем. Вот. Надо нам, короче, наш замок улучшать. Чтобы у нас еще четвертая была горизонталь. Во! Давай, 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 давай. Еще немножко осталось. И уничтожим вражеский замок. И не знаю, что нам дадут. Денег? Может быть, просто денег. Надо прям толпой идти туда. Вот, прям толпой. Вот, видишь, вот нормально прям. Все, пошло, пошло, пошло. Замок прям конкретно сейчас. Сейчас я подожду пока всех. И мы толпу прям туда накинем. О-о-о-о, пошли, 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 пошли. Прям толпу. Да-да-да-да-да-да, нормально, нормально, молодцы. Все, чуть-чуть осталось. Чуть-чуть, ребятушки, остались. Осталось немножко совсем. Все, мы победили! Победа, ребята, что нам дали? Непонятно что. А, золото. 1280 золотых. Ой, спасибо. Давай улучшим, улучшим. А, мы поселение, что ли, открыли? Офигеть. Это разве было поселение? Ага, понял. А, понял, понял. Давай вот этот попробуем открыть. Это просто тут... это не поселение, ребята. Это просто нам дадут какие-то деньги. Может, золото дадут. Сейчас надо, главное, нам держаться. А вообще, по карте надо продвигаться, чтобы лучше, больше было поступлений денежных каждый день. Это нужно прям конкретно развивать. Но сейчас будет босс, поэтому я пока всех не буду сейчас тратить. Вот, и сейчас я его на босса пущу. Сейчас придет босс. Вот, босс идет, ребята. Все, давай, быстренько, мочим его. Ё-моё, давай-давай-давай-давай. Ох, есть, победа. Так, что нам дали? Нам дали кусок... это топаз, это камень. Камень-топаз. А здесь мы, знаешь, что улучшим? Давайте денежку. Так, денежку подняли. Раз, два, три. А, все, один раз только. Ну ладно. Ну что ж, на этом будем тогда заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.